Итак, так, так. Я вас всех плохо вижу, поэтому давайте, набивайтесь, набивайтесь. Набивайтесь посильнее. Это помещение большое, как спортзал, поэтому места всем хватит. Так, так, лениво он расползается. Молодец, кто это сделал? Сделай еще раз. Во! Это заразительный пример. Спасибо, господа, спасибо. Вы просто шикарны. Вот. Наверное, начну немножечко по-занудски. Я рад вас приветствовать в клубе Fish Fabric Novel. Это сольный концерт группы Tesla Engineering. Состав. Ладно, не буду. Много раз натыкался, что это является андеграундом. Ну, значит, добро пожаловать в андеграунд. Рум-дум-пум-пум-турум-курурум. Да? Спасибо, что подыграл, да, спасибо. Барабанщик молодец, подыграл прямо на лету просто. Так. Когда мы завершаем последнее приготовление, я немножечко расскажу вам о том концерте, который сегодня перед вами произойдет. Наша программа будет делиться на, собственно говоря, наш концерт, небольшое, after-party-cover-party. Вот. То есть мы будем играть немножечко чужих песен. Многие из вас знают, что мы играем не только свое творчество, но частенько выступаем в клубах, играем всякие клевые песенки других исполнителей. Обычно хорошие песенки. Так. Так, так. Помимо того, что услышите те песни, которые у нас обычно на концертах играются, вы еще услышите кое-какие новые. Вот, поэтому мы начинаем. Поаплодируйте нам. Чужие
кто не верил, сразу посылал на не только на пальцах, но и в духах. Дерзкое слово, это вражда. Думаешь, нет, говоришь, да. Нет бороды, но все же есть борода. Думаешь, да, говоришь, да. Спасибо, вы замечательная публика. Единственное, вот, Саша, я тебя очень давно знаю. Скажи, почему люди не танцуют, когда нас слушают? Внимательно слушают, да. Я попытаюсь спеть слова более разборчиво, да. Чтобы вы однажды их услышали, и после этого могли уже не морочиться и танцевать. Ну ладно, у нас музыка не особо танцевальная. Итак, очередная не особо танцевальная песня. Вот. Довольно старая, из нашего единственного альбома пока что. Как она называется, вы знаете, не буду ее представлять. Поехали. Ушла нормальная жизнь, ушла за хлебом. Чувством двери весна, а я-то решил, что время пришло. Зима со снегом должны прийти, но когда, когда-то и свысока будем наблюдать, как горит пожар. Плечи и до падения вниз один миг. Настроим лес не себе, сжигаем свечи, пока никто не старик, не старик. И свысока будем наблюдать, как горит пожар. И сдалека будем под одним. Like a star.
что творится? Что творится там такое? Ладно. Пиши альбом скоро. Так. Следующая песня написана относительно недавно. Называется она «Пиши, звони и пой». Поехали. Thank you.
Спасибо огромное! Правильно, пищи. Я такие же продаю, ты в курсе? 39-40. Сорок пятый самому нужен. Для вот этих вот. Для меня. И для тебя. Да, конечно. Пройдемся немножко по-старенькому, по более реличному. Реличному. Лиричному. Дни рождения, несутся года, похожи на свою тень. Какая звезда светит путь мне, мой путь в никуда. Свидания выше крыши рисуют солнцем, отражением света по береге оконца. Разобеследа в полуразрушенных станций, этим летом детский смех звучал в пространстве. Я слышал, как в кране течет вода, она течет никуда и утечет навсегда. Как редко друг другу мы говорим «да», когда приходит и «да», когда уходит вода. Усталый город, вот оно кольцо полуразрушенных событий, созданных дворцом, написанных картин, умываю лицо. До свидания, ниже некуда падать и вы, ждем лишь света с прощальной луны. Черт, эти чертовы сны, они не приходят при звуках воды. Я слышал, как в кране течет вода, она идет никуда и утечет навсегда. Да-да-да-да-да-да. Как редко друг другу мы говорим «да», когда приходит беда, когда уходит вода. Спасибо. Вы великолепная публика. А вы намного песен листочки распечатали? Я просто не везде слова помню. Вы все, да? На этом все закончится. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Если я забуду слова, пеняйте на себя. Здесь все. Здесь все. А вы умеете головами трясти? Вот. Дело в том, что наше творчество периодически... Что? Свистнул? Хорошо. Я вас потом сфотографирую. Да, пожалуйста. Сейчас будет чуть-чуть потяжелее. Вот. Вот, чуть потяжелее будет чуть-чуть попозже. Сейчас. Ну, блин. Вы уже подготовились? Ты даже резинку сняла? Да. Которой не было? Да. Ладно. Слышишь, пока не поздно, проснись, только ввысь. Ты бежишь, так беги, только не споткнись. Снова переплелись нити, снова ведут только вниз. Это близко, пригнись, нити снова сошлись, разошлись.
Влево твоему изголовью белые вилки в глаза, да метели голоса подскажут бессмертные мысли отца. Дождь, туман, суета, да-да-да. Ты идешь до конца, как всегда. Слова отпусти, а не можешь бежать так лети. Черчи на небо получили ответы, но вопросов и нет. Больше пыль в небеса, двух сторон полюса подскажут бессмертные мысли отца. Настолько жарко, что гитара поплыла. Я думаю, не только у меня. Так. Хорошо, поехали дальше. Вот оно что, да? Ладно. Все вы знаете, что в рамках подготовки к одному мероприятию, к одному фестивалю, мы случайно записали клип. Клип от первого лица. Записали клип на песню, которая называлась «Включите свет». Да что там греха таить называлось? Называется до сих пор «Включите свет». Поэтому мы сейчас исполним песню «Включите свет». Но только свет не включайте, да. Андрей, ну что ты. Итак, встречайте. Включите свет, мы так долго пытались чужими шагами,
Насти ответ нет. Самое внутри. Главное твое. Знакомый мир, все потеряя свои места. Есть только поезд и пассажир. Станция скоро, считай до ста. Самое внутри. Главное твое. Сдерживая крик. Поет, поет. Спасибо огромное. Что? Круто? Спасибо. Сыграем что-нибудь общепринятое. Нет, не Цоя. А, нет, извините. Я думал, так тут знакомый. Давайте познакомимся. Меня Денис зовут. Евгений. Денис и Евгений. Здравствуйте, Евгений. А какими судьбами вы к нам на концерт попали? Вы слышите, кто-то шумит, да? 40 лет живу в Питере, но первый раз здесь. Как удачно, как вы удачно зашли, Евгений. Ну что ж, мы вас приветствуем на концерте. Как вы уже поняли, от всего сердца приветствуем. Да, да. Ну эти вот две девочки особенно. Thank you.
смерть идеалом прости. С десяти до семи и силами всеми. Даже совесть забита, забыта, молчит. А раньше чуть что-то в крик, нынче зашла в тупик. Но когда за окнами проносится серый бесстыдный город, и свет фонарей еще не стал воевать с темнотой, стопроцентный дат звучит на всю катушку из твоих колонок, тогда выигрываешь бой с самим собой. Стопроцентный дат. Эй, талант, сколько не виделись здесь, в комнате без окон, где на стенах нарисован сон. Эй, судьба, плети же, плети свою сеть, в которую попавшись раз, я нахожусь и сейчас. Но когда за окнами проносится серый бесцветный город, и свет фонаря еще не стал воевать с темнотой, стопроцентный да, звучит на всю катушку из твоих колонок, тогда выигрываешь бой с самим собой. Стопроцентный да! Пожалуйста. Пожалуйста. Заглавная песня нашего альбома. Первого. Но далеко не последнего. Мало кто помнит, а возможно надо бы, что альбом называется «ОЖ», что является аббревиатурой к нашей песне «Остаться живым», которую мы сейчас вам и исполним. Повторяйте движение за Андреем. Что-то сердце завибрировало, мысли ходят вокруг да около. Я старею, пусть и не сильней, молодею с мыслями о ней. Я, наверное, не против и не за, все равно, что завязать глаза, все равно, что здесь смертельный яд. Этой ночью звезды все сгорят. Вместо воздуха опять мы получаем дым, растворяясь и мули
читая сны, понимая, что не может мысли быть просты. А я всего так хотел остаться в живых, заблудившись на пути, словно слепой человек простой, не в ладах с судьбой, понимая, что не может выбор быть иным. А я всего так хотел остаться в живых. Что-то сердце разучилось пить, что-то ноги не хотят лететь. Эта осень оставила шрам на мне, но я уверен, пройдет все по весне. Вместо воздуха опять мы получаем дым, растворяясь им, улетая с ним, понимая, что не может мысли быть простых. А я всего так хотел остаться в живых, заблудившись на пути, словно слепой человек простой, не обладав судьбой, понимая, что не может выбор быть иным. А я всего так хотел остаться живым. Остаться живым. Остаться живым. Спасибо. Вы замечательная публика, да. Ну как тебе? Супер. Получилось все, как ты хотел? Да. Все нормально. Все, я понял. Это главное. Все нормально. Да, я понял. Сейчас. Как вы думаете, кем я хотел стать? Я хотел быть музыкантом, а стал продавцом. Консультантом. Человек простой, стой. Давай завяжем разговор пустой. Хотя мне знать о погоде совершенно не надо. Моя жизнь как над пламенем лист, и если нет, то над смертью повис. Если да, то туман над землей Петрограда. А за спиной скрипнет дверь, ты мне поверь, ведь я консультант-продавец. Я пастырь заблудший ковец, и вроде бы я не голодный, но палец мне в рот не клади. Я продавец-консультант, я с виду спокоен, как там, но внутри меня бушуют воды великой реки. Человек, постой, стой, прошу тебя, поговори со мной. Ты как воздух, как вдох среди страшного смрада. Все ответы на вопросы мне известны, все тайны синего неба и черной бездны. А если я чего не знаю, то и знать мне не надо. А за спиной скрипнем дверь, ты мне не верь, ведь я консультант-продавец. Я пастырь заблудший капец, и вроде бы я не голодный, но палец мне в рот не клади. Я продавец-консультант, я с виду спокоен, как там, но внутри меня бушуют воды великой реки.
Так. Немножечко лирики. Да? Все хорошо? А, понятно. Снова затих замок, голос, направлявший меня, разомкнулся со скрипом замок, закрывавший дверь нового дня. Оглянись, посмотри и забудь то, что оставил внутри. Пыльник сотри, разбей шатри, в поход вперед. Хочется белыми нитками вышить на полотне жизни имя свое, но не хватает сил перейти на ту сторону света. Никогда ни за что, ни во что, ни про что не умереть невозможно понять, где моя смерть скрылась комета. Снова разжег костер, в молоке дыма исчезнет листва, ее заберет неведомый вор, снова покинет планету весна. Где-нибудь вырастет новое солнце и запылает для нового дня. Только горящие пламени кольца будут светить не для меня. За белыми нитками вышить на полотне жизни имя свое, но не хватает сил перейти на ту сторону света. Никогда ни за что, ни во что, ни про что не умереть невозможно понять, где моя смерть скрылась комета. Ничего. Итак, я обещал, что мы споем две новых песни, и сейчас будет вторая новая наша песня. Это будет последняя песня конкретно в нашем сете. А что делать дальше, я вам расскажу после того, как мы ее споем, да? Thank you.
облака разыновывая дни, видно их издалека, видно новые огни. Твою синюю ладонь ни за что не отпущу, не достигнуть, не постичь, не порвется. Белая, 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 белая нить. Белая, 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 так хочет жить. Там за чужими фонтанами, полными слов. Белая, белая, белая. Если тихие шаги и дыхание дорог, если корень далекий не дошел, если б не смог. Два крыла не на спине, два крыла в твоей груди. Ветер духа свободы не порвется. Белая, 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 белая нить. Белая, 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 так хочет жить. Там за чужими фонтанами, полными сном. Белая, белая, белая. Спасибо вам большое, вы великолепнейшая публика. Спасибо огромное, что пришли. Сейчас будет буквально 15-минутный перерывчик. После этого у нас будет сет из коверков, который, я уверен, поднимет вам настроение не хуже наших песен. Увидимся через 15 минут. Yeah.